1 сентября в Казахстане увеличат размер стипендий. Это коснется обучающихся на бакалавриате, магистрантов, докторантов и интернов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов. Для студентов она составит от 41 до 67 тысяч тенге в зависимости от специальности. Для магистрантов максимальный порог ежемесячных выплат чуть больше 110 тысяч тенге. Для докторантов и интернов фиксированный размер стипендии больше 217 и 75 тысяч соответственно. Педагогам дошкольного звена также повысят зарплату. Во исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 сентября текущего года повысится размер стипендий студентам, магистрантам и докторантам, также размер заработной платы педагогам дошкольного воспитания. Соответствующие постановления правительства подписал премьер-министр Алихан Смаилов. Со следующего месяца заработная плата педагогов дошкольного воспитания и обучения будет повышена на 30%.